пробах экологического мониторинга, отобранных в Алданском и Вилюйском районах, не обнаружено компонентов гептила. Об этом сообщают экологи. Напомним, что в эти районы падали отделяемые части ракеты-носителя «Союз-2-1Б». Всего специалисты отобрали 49 проб. В целом экологический фон районов не изменился. Это доказывают исследования, проведенные до и после пуска. В Вилюйском районе были проведены экологические обследования, были отобраны пробы снега. Всего с территории двух районов было отобрано 49 проб снега, которые исследовались в Алданской лаборатории и в Центральной лаборатории в городе Якутске. В рамках года экологии в этом году наша центральная лаборатория была оснащена замечательным высокотехнологичным оборудованием. Это метод жидкостной хроматографии. Комплекс позволяет определять несимметричный диметилгидразин, гептил, гидразин и НДМА. Ни в одной из проб снега эти показатели у нас обнаружены не были.